ходе первосвятительского визита в Мордовскую митрополию святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл также совершил чиносвящение закладного камня в основании строящегося храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Саранске. Сразу же после посещения детского православного лагеря святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл побывал в юго-западном районе Саранска, где с июня этого года ведется строительство храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Его святейшество встречали настоятель строящейся церкви протоиерей Николай Брындин, духовенство митрополии и сестры милосердия. Представитель Русской Православной Церкви принял участие в чине освящения строящегося храма, свидетелями которого стали около 5000 верующих из Мордовии и соседних регионов. Святейший патриарх Кирилл, митрополит Варсонофий и глава республики Владимир Волков подписали закладную грамоту и в специальной капсуле поместили ее в основание храма. Наш мордовский народ любит вас, ваше святейшество. Он гордится вами, он считает вас своим патриархом. И мы сегодня рады, что вы им заложили капсулу основания камня будущего храма. О чем это говорит? О том, что Мордовия гордится только своим прошлым. Но она смело смотрит в свое будущее. Митрополит Варсонофий на память о знаменательном событии преподнес в дар его святейшеству иконы Божией Матери, всех скорбящих радость. После чего патриарх Кирилл обратился к присутствующим с первосвятительским словом. Вы за последние 20 лет достигли множества целей. Из-за региона малозаметного, экономически слабого, неразвитого, Мордовия стала одним из примеров экономического, социального процветания, единомыслия народа. И что особенно должен я подчеркнуть как патриарх духовного развития земли мордовской. По окончании чина освящения закладного камня в основании храма, завершить возведение которого планируется в 2015 году, святейший патриарх в сопровождении руководителей республики и представителей духовенства совершил прогулку по центральной части города. Он посетил открытую накануне площадь Тысячелетия и памятный знак в честь единения мордовского народа с народами российского государства. А также пообщался с горожанами, которые тепло приветствовали его святейшество и благодарили за приезд в Саранск.